Снимаем уже, что ли? Да. Уже снимаем, и говорит. Привет, YouTube, пора покушать ништяков. Вот такая тема. Вот так выглядят. Вот так две штуки выглядят. Сейчас мы расскажем тебе подробно, что это такое. Это смузи оба два. Фрутабелла. Начнем. Вышел зайчик из тумана. Короче, вот так. Пюре манго. Вода, сахар сухой, глютозный сироп, регулятор кислотности, лимонная кислота, эмульгатор, монодекстилераты, жирные кислоты, стабилизаторы, трансформаторы, камень. Че буробишь? Стабилизаторы написано. Буробишь. Плодов рожкового дерева. Метилэтилюлоза. Блин, страшно. Короче, это, ну, вы нафиг. Вот, глютен, орехи, арахис, короче, и вот, и все. Вот это лучше нам читать, а то там страшно. 550 килоджоулей, 130 килокалорий. Все это смузи, я так понял. Ценник уже забыли, пока это ждало обзора. Выглядит нелицеприятно. Вот таким образом. Как детская... неожиданность. Детское пюре, я хотел сказать. Вот такая структура. Уай, мне это не нравится, если честно. Это смузи называется. Это сильно не русская, не сибирская еда. Какое-то пюре, блин, короче говоря. Ну давай, всем, кто кушает на свой страх и риск. Сомневаюсь, что полезно пить-то. Я что-то не хочу. Слышь, что-то я очкую, если честно. На. Давай пробуй. Безумно сладкая хрень. Невкусная. Вкус яблочного пюре. Отвратительная тема, если честно. Не буду это есть. Манго вкуса я особо не чувствую, чувствую яблоки. Красное пюре детское вот это было. Ой, даже не знаю, что сказать. Нет слов. А по структуре и консистенции вот близко-близко прям. На харчок похоже, если честно. Да ну, портишь аппетит. Ну, на харчок похоже еще, на халяву похоже. Это что-то взбитое. Короче, смузи это не для русской натуры. Сорбет. Ну, сорбет это замороженный сахарный сироп с фруктами вообще. Сорбет, кто не в курсе, если совсем. Натурал написано. Мы натуралов любим. Поэтому мы топим за Россию, потому что у нас большинство натуралов. В остальных странах там большинство меньшинства. Вообще, ты гений передержки. Ну, тут более-менее лицеприятный вид имеет, но тоже. А на нюх не нравится мне, как пахнет. Да ложку верните мне. Вот такая тема. Ну, он уже отстоялся. Во, его надо разбивать надо, походу. Аккуратнее. Вот такая. Короче, мне опять не нравится цвет, вид. Я люблю больше мяса, короче говоря. Фу, нет. Да. Отвратное дерьмо. Я не побоюсь этого слова. Это дерьма кусок. Это не... Много осталось за кадром. Да, это невкусно. Короче, трэш-обзор состоялся, как я и хотел. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Реально трэшак. Хуже я ничего не ел. Даже соевое мясо в тысячи раз вкуснее. И еще не побоялись написать натурал вот здесь, вот большими буквами, такими черными. Где толерантность? Какого хрена черными буквами написали? У вас черные в Америке. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я решил ко мне лезть. Нагнут нахрен за такое. Шахматистов уже нагнули за то, что у них белые первыми ходят. Че, охренели? Черные должны первые ходить. Хватит это, на ютубе выражаться такими вещами. Отвратительнейшая тема. Совершенно категорически не рекомендую ни брать, ни покупать, ни нюхать даже. Дрянь редкостная. Ну, надеюсь, пользуй. Вот не рискнешь купить теперь, вероятнее всего. Но для кулинарного опыта, может быть, и можно купить. Нет, не можно. Ну, тут прохладно весьма на воздухах. Рука мерзнет. Поэтому пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. И на старуху бывает проруха. Вот, видишь, не фартануло. Не повезло, не фартануло. 90-е, блин, нулевые, блин, как это давно было. Береги себя, сибирский, здоровья всем. Мира всем. Миру, мир. Быстрее туда. Ой, молодец какой. Уйти. Сюда повернись. Кушать пришла. У нас странная вещь. Вот кота видел сейчас. Мы приехали, ездили давеча. Один кот сидел на крылечке. Приезжаем, два уже сидит. Клянусь, это я не руфлю. Выходим три. Три.
Они в геометрической прогрессии как-то или почкованием, или спорами, блин, размножаются, короче говоря. Три уже. Дучки не стало, зато три теперь стало чьих-то. ХЗ чьи, кстати говоря, может чьи-то, а может наши теперь. Ну, подкармливаем теперь потихоньку. Не прикалываюсь, это они реально приходят так. Приходят на крышу мышей покушать. Кушают мышей, сырых, прикинь, прям это, в оболочке. Ну, все, вот такая тема. Ну, вот видишь, еще и дополнительную информацию тебе рассказал какую-то. Теперь у нас три кошки опять уличных, ну, псевдоуличных, возможно, и две своих дома. Пока, мы греться пошли. Холодно. Одна. Дунь, мороз покажи. Покажи мороз. Не так, по-настоящему. Какой мороз, Сибири? Это не по-настоящему. Но это не 40, 50. Было 50, когда я выливал кипяток, он моментально превращался. На канале, кстати, есть. В пар. Кипяток в пар обращался. Все, поехали домой. Сосулька. Сосульку никто не видел.